Пляжный домик. Уилла Фицджеральд, Мюррей Бартлетт, Орла Кэссиди и другие. Режиссер Джейсон Селтиэль. Это сеть? Хотя бы не мертвое животное. Пару лет назад был кит. Акул я тоже видел. Я бы посмотрела. Вид довольно мерзкий. Гниющая, вонючая туша. Я бы все равно посмотрела. Нам нужно сходить в магазин. Есть пожелания, Эмма? Нет. Ей нравится твоя путанеска. Правда? Да неважно. Похвальный энтузиазм. Я пойду. К чему спешить? Все заканчивается. Это твое последнее пиво. Тогда иди скорее. К чему спешить? Пиво. Как там твои экзамены? Неделю назад сказали оценки. И ты даже не рассказала? Ты же знаешь, учеба — это не мое. Да, мы заметили. Мама, не переживай, я справилась. Так к чему тогда это житье с Симоной? Конечно, вы обе повеселитесь, но у тебя так хорошо все идет. Да не особо. Я ничего приличного уже год не писала. Ну, вообще-то можно пойти на курсы. Мам, этому не учат, нужно просто это делать. А что, обязательно в Берлине? Ты вроде и раньше писала рассказы. Да, в школе. Даже перечитывать страшно. Ты к себе слишком строга. Хорошие рассказы. Вовсе нет, они скучные. И следующий будет такой же, если ничего не случится. Что, например? Не знаю. Просто не еще один такой же год. А если вдохновения не будет? Будешь весь год тусоваться с Симоной? Она знает интересных людей. А ребята в колледже, они тебя не вдохновляют? Она в их сторону и не смотрит. Так, вы запрещаете? Конечно, нет. Если ты все решила, мы тебя не остановим. Возможно. Нам всем нужно договориться, а тебе самой понять, чего ты хочешь там достичь. Это я могу. Стоп, а мы не забегаем вперед? Разве Симона не продлила академотпуск? Когда она вообще вернется в колледж? Думаю, быстрее, чем ты в свое время. Я сыта. Уже? Да. И не только она.
Декомпозиция. Алло. Привет, Пол. Как ты? Да, я хорошо. Мы здесь, да. Отлично. Что за ранняя пташка? Да ладно. Серьезно? Почти все пьют кофе до полудня. Почти все старики. Этому старику бы еще чашечку. Сварим? Спасибо. Сама сварит. Прими душ, Пол едет. Что за Пол? Старый друг. Я столкнулась с ним на той неделе. Почему я его не знаю? Я 100 лет его не видела. Он концептуальный фотограф. Они непростые ребята. Он останется на пару дней. В соседней спальне? А где еще? И будет пользоваться моей ванной? Тебя так в Берлине надолго не хватит, это точно. Значит, она меня отпустит? Я работаю над этим. Так приятно тебя видеть. Взаимно. Я рада, что ты приехал. Привет. Мой муж Генри. Это Пол. Знаменитый Пол. С приездом. Спасибо. Отшельничайте. Да. Добрался быстро? Да, очень легко доехал. Дорога быстрая. И пробок не было? Нет, совсем. Хорошо. Давай покажем тебе дом. Простите, что напросился. Мы виделись на прошлой неделе, и Кэти рассказала, что вы здесь. И тогда я понял, что после 20 лет в городе очень хочется на природу. Нужно было ехать на поезде. Станция рядом. Я люблю водить. Понимаю, сам сюда езжу на машине. В общем, я готов убираться и готовить. Могу сегодня помочь с ужином. Замечательно. Лишние руки на кухне не помешают. Ведь моя главная помощница хочет сбежать. Я не могу все время быть на подхвате. Эмме тяжело. Она собирается сбежать в Берлин. Да, у меня подруга в Кройцберге. Берлин классный. Правда, не Нью-Йорк, конечно. Видишь, вечеринок не будет. Мы считаем, что лучше сначала закончить колледж. Но, возможно, так она тоже чему-то научится. Мама, мой профиль — литература, не бизнес. Не могу сказать, что образование было мне очень полезно. Работа Пола — освещать красивых женщин. Так что у него необычное понимание пользы. Жестко, но справедливо. К
слову о красивых женщинах. Я думала, ты возьмешь с собой ту даму из галереи. Мы с Ханной расстались. Сочувствую. Ничего. Эти отношения нужно было давно закончить. Что ж, я рада, что ты приехал. Тут ты отдохнешь и приведешь в порядок мысли. Я так и подумал. Может, посмотрим твои новые фото? Они есть в сети? Да. Тебе будет интересно, Эмма. Круто. Да, вот. Это мои последние выставленные работы. Ух ты. Это Ханна. Это она. Можем не смотреть, если... Ничего. Да? Да. Эти фотографии вдохновлены смертью Марата. И историей о том, как Шарлотта Корде пришла к нему домой, пробралась внутрь и убила его в ванне. Мне была интересна интимность убийства. То, как незнакомка смогла подобраться так близко. Она была красива и юна. Ну да. Что скажешь, Эмма? Это не банально. Рад, что тебе нравится. Пьешь мескаль, Пол. Все, что горит, вот это по мне. Осторожно, выпьешь его зелье, и он тебя не отпустит. Придется мне к вам переехать. Красота. Самим нравится. Кэтрин настаивает, чтобы мы бывали тут чаще. Забавно. Я думал, она городская девчонка. По-своему. Конечно, да. Она сильно изменилась. Еще до того, как мы перестали общаться. Матерью быть непросто. Особенно, когда отец берет и исчезает. Вот как? Я думал, Кэтрин от него ушла. Ну и Зенди, конечно, отец никакой. Все мы такие, пока жизнь не заставит. Мне повезло, меня не заставило. Не думаю, что это везение. Для меня — да. Но будь осторожен, она может тебя подловить. Кто? Та, кто изменит твое мнение. Эмма! Можешь постелить Полу? Хорошо. Эмма? Мам? Спасибо. Немного одеял? Не знаю. По ночам тут холодно. Ну да. Что с мамой такое? С каких пор она зовет незнакомцев в гости? Ей полезно иметь друзей. С возрастом завести их сложнее.
Пол не выглядит старым. Он живет так же, как жил в 20 лет, когда они дружили. Тут не постареешь. Вынесла на берег вчера. Хочешь искупаться, Пол? Как вода? Уверен, ты справишься. А что ты читаешь? Не очень пляжное чтение. И пляж не очень. Да уж, не один из гламурных пляжей Германии. Мам, я удивлена, что у нас гость. Дни твоей творческой юности вроде позади? Даже не знаю. А та девушка на фото, твоя бывшая, Ханна? Да. Она на всех моих последних работах. Красавица. Жаль, у вас не срослось. С моделью встречаться непросто, наверное. Сложновато, когда они хотят чего-то большего. Ханна не понимала, что муза — это не партнерша. Муза — нечто приходящее. Понимаю. Брачные узы не для музы. Жестко. Художники. Мы все не в себе. Но хотя бы знаем, во что лезем. Женщины хотят, чтобы мужчины ими пользовались и бросали. А когда так и делаешь, начинают цепляться. Со мной такого не бывало. Уверен, что бывало. Ты меня понимаешь. Ну, может, пару раз. Вот именно. Не больше. Я о том же. Да. Вот что получаешь за жизнь в прекрасном лофте. Годы и годы судебных тяжб. Но после смены замков и юридических баталий я по-прежнему там. Смысл в том, Эмма, что в Нью-Йорке выселить кого-то практически невозможно. Буду иметь в виду. Поэтому и цены на аренду растут. Больше причин держаться за дешевое жилье. Я слышал, у тебя с этим проблем нет. Ты про деньги? Ну да. Не скромничай. Кэтрин говорит, вернисаж успешный. Уж не знаю почему, но публике я начал нравиться. Ты столько лет этим занимаешься. Конечно, появилась репутация и мастерство. Неудивительно. Может, мне повезло. Даже не удивлюсь, если завтра все изменится. Не рассматриваешь это как возможность? Какую? Например, продолжить на новом уровне. Продавать больше и дороже. Не знаю. Я был бы рад деньгам, но не думаю, что есть какой-то иной уровень. Мне понравились последние снимки. Мне понравилось работать с Ханной, весь наш процесс. И если обывателям они тоже понравятся, замечательно. Но я не обманываюсь и не считаю, что это что-то значит. Как ты пренебрежителен к своей аудитории? Не знаю. Провел бы ты побольше времени с коллекционерами, думал бы иначе. Да? Я был бы рад, что тронул кого-то. Нет-нет, я слышу, просто... Не знаю, может, это странно для художника. Но... Если честно, я мало кого в жизни хотел тронуть своим творчеством.
Что тут скажешь? Эмма? Черт! Эй, ты цела? Да, да. Просто запнулась. Тяжелая штука. Что ты тут делаешь? Думал искупаться. Сейчас? Да. Никогда не купалась ночью? Нет. А где твои плавки? Ты и правда никогда не купалась ночью? Идешь? Ты же собирался купаться. На улице холодно. А выпить не помешает. Будешь? Нет, спасибо. Идешь спать? Нет. Так выпей со мной. Ладно. Господи, что это? Кэтрин. Бурбон? Нет. Вино? Да. Не любишь крепкое? Не очень. Ну и зря. Идем? Куда? Не хочу всех разбудить. Ладно. Удивлен, что ты не спишь. Я люблю бывать одна. Лучшее время, чтобы писать. А я, значит, мешаю. Переживу. А в Германию ты собираешься ради творчества? Да. Нет, конечно, я найду работу. Не буду сидеть в кафе с ноутбуком целыми днями. Почему? Уверен, Генри бы дал тебе денег. Не сомневаюсь. Но я не хочу быть еще одним творческим паразитом нашей семьи. Ты про Энди? Ты его знал? Немного. А что с ним случилось? Он в Портленде. Пишет картины. Как будто кому-то есть до этого дело. Значит, решено. Ты будешь в кафе бариста, а не посетителем. Серьезно, если будешь заниматься творчеством, учись брать чужие деньги до того, как поймешь, выйдет ли что-то путное. Что? Ничего. Просто твоя позиция, я художник, и мне плевать, что вы обо мне думаете. Очень впечатляет. О, спасибо. Наверное. Проблема в том, что я не знаю, о чем писать. То есть, какой бы ни была жизнь родителей, моя жизнь
привилегированная и очень скучная. Привилегии — это скучно? По-моему, в 19 веке только о дворянах и писали. Ну, да, но ведь это был 19 век. В смысле? Раньше привилегии сопрягались с правилами. Например, если девушка влюблялась, встречалась, да даже флиртовала не с тем, люди дуэли устраивали. Да, но правила по-прежнему есть о том, какие отношения приемлемы, а какие нет. Ну да, конечно, правила есть, но... Может, ты просто не умеешь их нарушать? Что? Что смешного? Ничего. Ничего. Я чуть не натворила дело в прошлом семестре. Да? Средневековая литература и проза 19 века. Профессор? Нет. Нет, аспирант. Ему было 33. И в чем проблема? Не знаю. Я струсила. А когда он, наконец, позвал меня на свидание, я нервничала и... Не знаю, он испугался. Думал, наверное, что я его в чем-нибудь обвиню. А это обидно вообще-то. В общем, не Анна Каренина. Там что-то интересное? А ты любопытная. Можно? Даже если нет, то уже поздно. Мой оммаж на итальянские фильмы ужасов. Убийца всегда надевает черные перчатки. Это Ханна. Наш последний проект. Будешь их выставлять? Я пока не решил. Они не похожи на твои другие работы. На этот раз мужчина убивает женщину. Они выглядят не постановочными, а реальными. Так и есть. Я имею в виду, если хочешь что-то показать, нужно погрузиться в ситуацию. Представить себе, каково это. Кто знает, вдруг понравится. Ханне понравилось? Я ее так и не спросил. Это была наша последняя ночь вместе. Мне пора. Надеюсь, у тебя не будет кошмаров. А смысл не в этом?
Я не настаиваю. Серьезно, шеф-повар? Я рад приготовить. Шеф-повар, ничего ты не готовишь. Я вчера ужин сделал. Успокойся, расслабься уже. Ладно. Ты же побудешь одна? Мы уговорили Пола съездить с нами на открытие выставки «Новые американские ужасы». Да, хорошо. Если хочешь, давай с нами. Надоел музей Уитни. Кто-нибудь видел мою гирю? Что? Мою гирю кто-нибудь переставил? Зачем нам твоя гиря? Эмма, скажи Полу, что завтрак готов. Он вроде на улице. Хорошо. Тебе так сложно? Уже иду. Пол. Мама говорит, завтрак готов. Чудесно. Идешь? Можно? Давай. Как твое творчество поживает? Никак. На чем ты застряла? Идея есть, но как ее развить, не знаю. Это приятная проблема. Серьезно? Да. Просто выбери направление. И работай. Не выйдет, выбери другое. Да я бы так и сделала, просто не знаю, какие идеи стоящие, а какие чушь. Пусть это тебя не волнует. Найди то, что тебе интересно. А тебе, значит, интересны секс и насилие? Не только мне. Ты их из реальности переносишь? Это моя реальность. Что это значит? Я пойду на пляж. Встретимся там.
Ханна. Вызываемый абонент выключен или находится вне зоны действия сети. Попробуйте перезвонить позже. Эмма, мы на рыбный рынок. Вдвоем? Твоя мама мне одному не доверяет. Дома будешь командовать. Мне нужна твоя помощь. Напомнишь, когда вернемся? Это на пару минут. Да, хорошо. Подождешь? Да. Возможно, прозвучит глупо, но ты хорошо знаешь Пола. Я знаю, что вы раньше дружили, но... Это не странно, что он вдруг приезжает из ниоткуда к нам в гости? Нет, что ты. Пол всегда таким был. Сначала болтает с кем-то на вечеринке, а потом уже улетает в недельное путешествие. А мы даже могли и не узнать. Значит, ты его хорошо знала? Да. Неплохо. Я посмотрела его снимки. Я понимаю, они и должны быть провокационными, но мне кажется, ему просто нравится проявлять насилие, особенно по отношению к женщинам. Я тебе кое-что расскажу. В 90-е Пол сделал серию снимков по произведению Видикинда, Лулу, о встрече проститутки и Джека-потрошителя, который убил ее и затем вырезал утробу. В классическом для Пола жестком стиле. Людей это задело? Не тех, чье мнение важно. Всем понравилось. Съемка была очень веселая, а Пол был очень деликатен. Все только выглядело жестоко. Ты была там? Я была убитой девушкой. Должно быть, ты считаешь меня чопорной. Нет. Просто у меня больше опыта в общении с такими людьми. Да, наверное, так и есть. Значит, Пол может остаться? Да, конечно. Давай я попрошу его найти те фотографии. Может, у него есть цифровые копии. Давай. Ладно. Скоро вернусь. Хорошо. Привет. Привет. Что скажешь? Кто это? Группа моего друга Джея. Мила. Да. Мне тоже нравится. Дай мне свою почту, пришлю ссылку. Да. Спасибо.
Ну что, как я получилась? Сперва нужно проявить фото. Я не любитель цифры. Ясно. И не любитель спрашивать у девушки разрешение сделать снимок. Я делаю снимки, когда хочу. А если я не хочу, чтобы меня снимали? Разбей камеру. Такое бывало. Буду иметь в виду. А твои истории? Ты их тоже с разрешения пишешь? Нет, вообще-то это совсем другое дело. Правда? Да. Ну, конечно. Ты просто используешь людей. Ты же не спрашиваешь их разрешения. Оно бы тут только помешало. Я рада, что ты не скован социальными условиями. Опять? Мне разбить камеру? Иначе никак? Делай, что хочешь. Мне неловко. Ого! Что не так с очками? Ничего. Отдай. Отдай, пожалуйста. Еще один кадр. Я без них не вижу. Серьезно? Да. Но ты нормально идешь. Вроде не запинаешься. Ладно. Только один. За нами следят. Я пойду. Помогу Кэтрин разобрать покупки? Наверное. Вкуснятина? Отличная идея, но не зря же ты приехал отдыхать в пляжный домик. Спасибо. Ну что, уже нашел вдохновение? Пола вдохновляет все на свете. Делал снимки? Парочку. Обязательно покажи нам. Нальешь мне еще вина? Конечно. Спасибо. Не за что. А мне можно еще? О, спасибо, Генри. Мама, ты когда-нибудь купалась ночью? Да, в твоем возрасте. Наверное, потому что это опасно. Мне кажется, вода слишком холодная. Я повторюсь. И налей мне еще вина. Хорошо. Большое спасибо. Ты уверена? Да. Точно уверена? Абсолютно. Останови меня, иначе оно так и будет литься. Пусть льется. Ладно, стоп. Ты ведь осознаешь, что твоя дочь сидит там с твоим бывшим? Хорошо. Мы начнем обжиматься. Да. Совсем чуть-чуть. Вот как? Пора спать. Серьезно? Мам, еще рано. Да, серьезно. Пожалуй, ты права. Да ладно. Что я могу сказать? Я уже старик и рано ложусь спать. Спокойной ночи. И тебе, Пол.
Давай уберем вино. Ты же вроде собирался спать. Я собираюсь. Правда? Правда. А где же очки? Они мне нужны, чтобы смотреть вдаль. Значит, надеваешь, чтобы казаться умнее? И чтобы всякие уроды не лезли. И как, не лезут? Дай угадаю. Это для фотосессии? Свяжешь обнаженную модель, да? Я об этом думал. Нужна правильная модель. Я хочу позировать. Правда? Но идея нужна поинтереснее. Да, ты права. И что мне делать? Думаю... Раз фотограф ты, это должно быть что-то жестокое, чтобы привлечь внимание, но обязательно с культурными отсылками, чтобы все восприняли это всерьез. Именно. Старейшая уловка творцов. На картине Моро Соломея есть и обнаженная женщина, и отрубленная голова, но это история из Библии. Я придумала. Юдиф и Алаферн. Ух ты. Девушка приходит к мужчине в шатер, опаивает его, а потом отрубает ему голову. Да, удивительно, что я еще это не снял. Ты, конечно, добавишь эротики в ту часть, что до отрубания головы. Да, наверное, да. Предупреждаю, у меня очень высокие расценки. И правильно. Серьезно? Неважно, какие расценки, всегда найдется желающий. Итак, Юдиф, начнем с напитка? Да. На этот раз настоящего. Хорошо. Я и с ним справлюсь. Спасибо. Сейчас вернусь. Тренироваться собралась? Зачем она тебе? Уже незачем. Оказалось слишком тяжелая. Ты же знаешь, что Генри ее ищет. Так ведь? Я не знал. Придется конфисковать. Смотри, не убейся. Куда ты? Вот так. Что это? Просто виски. Выпьем. Приятный вкус. Да? Горячо. В горле горячо. Итак. Итак? Расскажи мне про Ханну. Что хочешь узнать? Почему у вас не вышло?
А почему обычно не выходит? Ну, она меня вдохновляла, а потом надоела. Чем больше она липла ко мне, тем больше бесила. Да уж, совсем не грубо. Отношения кончаются, сама знаешь. Знаю. Да, мы уже выяснили, что ты разбиваешь сердца. И когда же это? Я рассказала тебе, что у меня скучная жизнь. Ты не умеешь врать. Если будешь писать романы, нужно нечто более убедительное. Ладно. Ладно. Я действительно соврала. Я сказала, что у нас ничего не было с аспирантом. Но было. Значит, на самом деле ты его не отшивала? Нет, нет, отшила. Но потом, пару дней спустя, я решила, что всё-таки хочу этого. Поэтому я пришла к нему в кабинет и честно сказала все, чего я хочу. Можешь представить, что вышло? Прямо в кабинете? Возможно. И что потом? На один раз было весело. Значит, тебе тоже кто-то надоел? Да, можно и так сказать. Хорошо. В эту историю я верю. Можно? Стой, 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 я не... Все хорошо? Нет, не очень. С виски нужно поосторожнее. Да, можешь... Можешь разбудить меня через пару минут. Привет.
Привет. Как ты? Что было ночью, я ничего не помню. Я пытался тебя разбудить, но ты не просыпалась. Так что я отнес тебя в твою комнату. А потом и сам заснул. Не очень интересно, но... А ты... Да, иду туда. Я пропущу. После тебя. Ладно. Да. Серьезно? Да. Ладно, Пол. Забавно. Так и не могу найти гирю. По-моему, Пол ее украл. Принесу из его комнаты. Пол скоро уезжает. Только что сказал. Что? Да. Мне нужно обратно в город. Я думала, у вас сегодня мероприятие. Мы с Генри пойдем вдвоем. Я пойду искупаюсь, а потом зайду за вещами. Хорошо. Мы решили, что нам сейчас лучше побыть втроем. Я думала, это идея Пола. Общая. Меня тошнит. Послушай. Я... Прекрасно понимаю, что такой девушке, как ты, нужна интересная компания. Но Пол не тот случай. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что женщинам нужен мужчина, который ими попользуется и бросит. Он много что говорит. Нет, он всерьез. Он имел в виду свою бывшую. Что-то тут не так. Вызываемый абонент выключен или находится вне зоны действия сети.
Я искала гирю Генри. Я ее вернул. Не буду мешать. Эмма. Тебе сложно разгадать. Могу сказать про тебя то же самое. Но ты-то меня разгадала? Можем поговорить. Я хочу извиниться. За что? Вчера ты сказала, что беспокоишься из-за Пола. Ты была права. Это плохая идея. Почему? Потому что, несмотря на наше прошлое, я его не знаю. Прошло столько лет, не нужно было его пускать. Он ведь уехал. Но ты этому не рада. Нет, я рада. Правда? Хорошо. Ладно. Мне пора собираться. Давай. Мы останемся в городе. Нет смысла возвращаться так поздно. Точно не поедешь? Нет. Между нами ты немного потеряешь. Там рыба осталась, если проголодаешься. Она разберется. Есть кто?
Эмма. Я не видела твою машину. Я шел пешком от станции. Почему? Чтобы меня никто не увидел. А я шла на пляж. Сейчас? Ночное купание. Эмма? Да? Ты меня боишься? Я думаю про прошлую ночь. Я тоже. Не в том смысле. А в каком? Что было после того, как ты меня напоил? Я? Ты сама отлично справилась. Думаю, мне помогли. Виски был крепкий. Я не об этом. Я тебя не понимаю. Но с творчеством теперь явно будет получше. Отпусти! Что происходит? Мы оба знаем. Оба знаем что? Она там. Кто? Ханна. Завернутая в сеть. С привязанной к ней украденной гирей. А ты все выяснила, да? Ты поэтому вернулся? Из-за девочки, которая слишком много знает. Не надо. Тебя это возбуждает? Ты меня отпустишь? А ты этого хочешь? Это испортит всю историю. Так. Yeah.
Боже. Последняя жена синей бороды. Ты сегодня купалась? Вода чудная. Я немного занята. Ты будешь лучшей студенткой, когда решишься вернуться. Наверное, в следующем семестре. Серьезно? И когда ты это решила? Утром. Думаю, это правильное решение. Похоже, за вдохновением далеко ходить не придется. Да, ты права.